і видовище, і бойове мистецтво. Нещодавно у Києві спортсмени зі всієї країни змагалися у козацькому двобої. Шикарнейшие соревнования, которые проводились в первую очередь для взрослых, то есть от 19 лет и старше, и одновременно проходил чемпионат Украины непосредственно Федерации козацкого двобою. Діти мали можливість позмагатися у декількох категоріях, тому не біда, якщо у одній перемогу не отримав. Показати себе можна було у іншій. Мы готовим их как бы универсалами, мы стараемся выступать во всех версиях, где только есть возможность. То есть и готовим по легкому контакту, и по полному контакту, и готовим по ката. Поэтому спортсмены, тренировавшиеся в нашей школе, они как универсалы могут выступать по разным версиям. Поэтому мы ездим по разным боевым искусствам. На відміну від дітей, дорослі змагалися у ММА. Соревнования проходили по разделу ММА среди взрослых. Это просто шикарно было посмотреть. Были соревнования в клетке, начиная с 10 часов утра до 11 часов вечера. Бои были очень-очень красивые, насыщенные. И видно было, что со всей Украины съехались одни из лучших спортсменов. Втім, бути бійцем ММА не так просто. До подібних змагань потрібно готуватися ретельно та наполегливо. Особливої уваги потребують больові прийоми та ударно-киткові техніки. Казацький двобой – это версия, которой 90% всех спортсменов они основаны на ММА. То есть это и бросковые, и болевые удушающие приемы. Вот, поэтому с ними трошечки туго тягаться. Вот, поэтому я смотрю, что нам нужно пересмотреть непосредственно нашей школе. Если мы хотим дальше продолжать выступать на этих соревнованиях, то нам надо подтянуть болевые приемы, бросковую технику, то, что мы в принципе и сейчас сделали. Кажуть, у федерації наступний рік буде успішним, результативним та рясним на перемоги. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков. Новини телеканал Ті8+.